Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. В эту неделю мы добавим много новых позиций на наши маркетплейсы на Озон, на Яндекс.Маркет и на Wildberries. Все ссылки всегда есть в описании к каждому видео, в том числе и к этому. Сегодня это будет 3 SKU по Idemitsu, это будет 8 SKU по Polymerium X Pro 2 линейки, это будет одна позиция всего лишь по фильтрам UIC, но позиция очень важная и нужная для многих. Поехали. Polymerium. Polymerium производится в городе Курск. Делает его мой друг Сергей, одноименный завод Polymerium. Я уже показывал неоднократно. Есть огромная ветка на Oil Club по Polymerium. Там все это обсуждается, анализы и так далее. Поэтому, если у кого-то есть желание, смотрите. Мы занимаемся брендом давно. Меня он вполне устраивает и людей тоже. X Pro 2 линейка. Мы добавим вязкости следующие 0W20, GF5. Конечно, это все соответствие, потому что спецификации получить официально из России сейчас невозможно. Поэтому на банках указываются соответствия спецификациям. 0W20, GF5, 0W30, атриба 4. X Pro 2, вся эта линейка будет. Ну, 4-шки, литрушки, естественно, само собой разумеется. 0W40, тоже атриба 4. И 5W20, тоже ELSAC GF5. Вязкость, как на мой взгляд, совершенно бессмысленная, но тем не менее, люди некоторые ее спрашивают, принципиально ищут, поэтому зачем противиться тому, если человек ее ищет. 5W20 у нас, кстати, не так много позиций, в принципе, да, ассортимент из нашего, поэтому это будет для многих полезно. Мы добавили еще вчера, добавил полностью всю линейку по Метеору. Метеор — это спортивные масла. Не покупайте их для гражданских авто, потому что это бессмысленно. Это масло специализированное, спортивное, конкретно сделанное под спорт. Под заезды там температурный режим, в частности U60, которая V60, вязкость 1060 аналог при разогретом двигателе. Там температура застывания чуть минус 18, что ли. Я про Метеору еще расскажу дополнительно попозже, мы это затронем эту тему обязательно. Идемицу. По Идемицу мы добавим сегодня SNCF 0W30. Продукт, который многие ищут. Давайте покажу вам еще раз, что отличительные особенности, они остались теми же самыми, ничего не поменялось. Про это я рассказывал уже неоднократно. У меня есть видео полноценное по отличиям японской банки, называется «Гайд по отличиям японской металлической тары». Там есть абсолютно все, что касается вот японской металлической тары, все нюансы абсолютно. Я ссылочку тоже размещу, чтобы вам не искать в описании к этому видео. И добавим продукт не ходовой, но тем не менее в ассортименте он нужен. Это DH1 CF 10W30, дизельный продукт. Нишевый такой продукт, но в принципе на самом деле это вот таких вот дизелей с допусками DH1 в мануале, их много. Вот если вы заглянете в свой мануал, если у вас дизелек старенький, можете посмотреть и обнаружить, что у вас там есть эта спецификация. Четырешки добавим и добавим литрушки. Это мы добавим сегодня все до конца этого дня. И добавим один фильтр VIC, либо VIC в простонародье. Вот так вот он выглядит. Это топливный фильтр. 193, он подходит на 2 КД FTV, 1 КД и, соответственно, дизеляки. Халюкс, это получается, это Хаяс и так далее. Такие достаточно такие рабочие лошадки у нас еще встречающиеся очень часто. Это Mitsubishi. Соответственно, L200, самый такой распространенный. Вот, так что фильтр очень качественно сделан. Давайте покажу вам поближе, как это выглядит физически. У меня прокладка там еще есть в наборе. Ну, VIC – это образцово-показательный фильтрующий элемент. В принципе, наверное, это лучшее, что сейчас может найти в этом ценовом диапазоне за эти деньги. Хотя он стоит, конечно же, как самолет. Потому что с маном сейчас проблема огромная, остальными фильтрами, достойными тоже проблема большая. Сейчас много появилось там псевдо-японских фильтров, еще дополнительных, тем, кто были уже у нас вообще полный трэш, как творится. Вот, эти позиции все мы добавим на наш маркетплейс. У нас еще видео выйдет интересное, я думаю, что на пятницу успею его смонтировать, про вопросы, связанные популярные самые с маркетплейсами, как это все работает, какие там есть нюансы и так далее. Это видео выйдет в пятницу либо в субботу. Там я расскажу про все нюансы работы с маркетплейсами и как у нас правильно и для себя безболезненно купить продукцию на маркетах. Надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным. У нас еще будет много анонсов, потому что мы много чего добавляем до конца этой недели. Я всю неделю буду в Новосибирске, поэтому тут прям жестко взялся за наполнение ассортимента. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, подпишитесь на меня на Дзене, потому что нужно развивать суверенную площадку. Всем пока.